понедельник. Сегодняшнее видео получилось очень незапланированным, но зато очень-очень приятным. Потому что я сегодня получила книжный сюрприз. В этом месте должны быть фанфары и аплодисменты. Что такое книжный сюрприз? Если вы не знаете, я оставлю ссылку внизу. Такая почтовая игра, в которой люди отправляют друг другу подарочки. Вот, в принципе, и все. Вот она, моя прелесть. Она, причем, очень легкая, несмотря на то, что довольно объемная, не знаю еще что там, буду открывать вместе с вами. И мы с сестрой, точнее, сестра одна, она обладает шпионскими навыками, она, по-моему, вычислила отправителя, потому что не так много посылок отправлено, и можно проследить, кто и откуда. Мой отправитель — это Анна из Санкт-Петербурга, и сестра подозревает, что это даже не основная посылка, за что мне опять, как всегда, стыдно. Ну что, приступим? Я всегда так боюсь это делать, потому что каждый раз для меня это как первый раз. Я не получала книжный сюрприз уже 2 года. Я посмотрела, 2 года. Это... Кто-нибудь научите меня открывать почтороссийские коробки. У-у-у. Что удивительно, на почте сегодня не было очередей. Это хороший знак. Нет? Да. О, половина есть. Мне так нравится орудовать этим... О, у меня почта российский маникюр теперь. Уф. Мне нравится орудовать этим бумажным ножом. Чувствуешь такую власть. Сестра кашляет. Чвари. О! Так. Теперь надо подумать, как действовать дальше. О, я что-то вижу! Нельзя подсматривать, Оля. Я только что повернула адресом. Так, это нужно срочно исправить. Наверное, вот так. О, я нащупала какую-то тайную дырочку. Мне нужен мастер-класс по открыванию коробок. Совершенно не умею это делать. И как обычно, вы это видите, а я ничего не вижу. Ну ладно, я чуть-чуть вижу. Теперь можем приступать непосредственно к извлечению содержимого. Я в большом предвкушении. Я не знаю совершенно, что там. Что там может быть вообще? Кроме чего-то потрясающего. Окей. Я думаю, газетки для... А-а-а. Какая прелесть. Крекеры. Крекеры. Вместе ты любишь крекеры? Нор. Нор. Вместе сказала Нор. Я такие, кстати, не пробовала никогда. Посмотрим, что это будет. Дальше. Чай. Я вообще... Судя по всему, это чай в пакетиках. Вообще я чай в пакетиках не пью, но... Возьмем его куда-нибудь с собой в дорогу. В дороге всегда нужен чай в пакетиках. Спасибо. Это что-то... Ой, что я держу эту бумагу? Наверное, я выглядела как женщина с веслом. Точнее, женщина с бумагой. Посмотрим сначала книжечки, а потом прочитаем, что написано тут. Потому что обычно, по традиции, открытка идет в конце. Я видела только одну книгу, я не знаю, что за вторая. Ой, какая прелесть! Я даже не знаю, какой из этих двух книг я рада больше. Это Рэй Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», который я уже читала, но который я просто очень хочу иметь дома. Ой-ой-ой. Я могла не заметить, закладочка. Написано на ней «Floating Town, just for us, this is our Wonderland». Прелесть, прелесть, чудо, чудо. Ой, она хрустит. Обожаю, как хрустят новые книжки. Спасибо большое за все-все-все это великолепие. Я показываю вторую книжку, которой я рада, наверное, даже больше, потому что я ее не читала и очень хочу. Это «Кадзуо Сигура. Остаток дня». Что-то там про Дворецкого. Я вам даже сейчас зачитаю описание, потому что, прочитав описание, я просто влюбилась в эту книгу. Так. Дворецкий Стивенс, без страха и упрека, служивший лорду Дарлингтону, рассказывает о том, как у него развивалось чувство долга и умение ставить нужных людей на нужное место, демонстрируя поистине самурайскую замкнутость в рамках своего кодекса служения. За остаток дня Исигуро единогласно получил Букера. И это было, пожалуй, единственное решение Букеровского комитета за всю историю премии, ни у кого не вызвавшее протеста. Одноименная экранизация Джеймса
Айвори с Энтони Хопкинсом в главной роли пользовалась большим успехом. Я, кстати, не смотрела экранизацию, я хочу сначала прочитать вот эту прелесть. Огромное спасибо. Кстати, дополнение к моей покетбуковской коллекции и вот это тоже дополнение к моей коллекции интеллектуального бестселлера. Огромное спасибо. Огромное. Я никогда не устану повторять. На такой чудесной маленькой кругленькой открыточке написано: бонусная посылка любимому ютуб-блогеру Олечке Понедельник. О, я сейчас буду плакать. От поклонницы из Санкт-Петербурга Анны. Анна Бутуа. И написано: счастливого дня. Я буду плакать. Нет, я, конечно, думала, что, может быть, кто-нибудь захочет меня осчастливить. Вот мы с Таней как раз недавно обсуждали. Это моя зарплата. Это не зарплата, это мое призвание, мое признание. И я очень благодарна. Обязательно я буду читать в ближайшее время эту книгу. Огромное спасибо за Фаренгейта. И я буду перечитывать Брэдбери, наверное, скоро. Вообще, меня не тянуло никогда к Брэдбери, но когда я прочитала эту книгу, я поняла, что она шедевральна. У тебя 5000 баллов. 5000, вообще. О, вообще. Мы играем в эту... Вы тоже играете в эту игру, Лео? Как она называется? 2048. Там нужно слепать циферки. Короче, я залипла на 3 дня. Миш, какой у меня рекорд? 16900. 16900. Я не знаю, много это или мало, но сестра говорит, что это нормально. Правда? Много. А, это много. Ну... А вдруг окажется, что это мало, и я сейчас буду чувствовать себя каким-то идиотом. В любом случае, я только начинаю играть, у меня еще все впереди. Я Анечку благодарю еще раз за этот прекрасный, чудесный подарок, особенно за книжечки. Книжный сюрприз уже про книжечки. Фух. Я надеюсь, вам было так же весело, любопытно и интересно, как и мне, разбирать этот подарок. И я надеюсь, что мы с вами еще скоро встретимся в похожих видео. Похожем видео. Оля, а ты так говоришь, как будто тебе еще пришьют кучу всего. Кому ты нужна, Оля? В любом случае, я планирую снять видео, как я отправляю посылку, но выложу я его после того, как получатель ее получит, чтобы не испортить удовольствие получателю, чтобы там никто ни о чем не догадался. Я думаю, это универсальный вариант. И еще основной сюрприз до меня не дошел. А, кстати, сейчас только 12 мая. До конца месяца еще куча времени. И я надеюсь, мы с вами еще поразвлечемся на тему сюрпризов. О, как я обожаю сюрпризы. А я всегда ваша книжная полка. Тут на коробочке. Внутри коробочки приклеены две такие наклеечки Марочки. Я обожаю такие вещи. Так, их надо срочно куда-то приклеить, чтобы я их не потеряла. Йоу. Йоу или не йоу? Вот чё вопрос. Это я на районе как его. Как называется? Короче, я, да, пацан на районе. Не кашляй. Хорошо, я жду. Рекламная пауза.